дорогие друзья, сегодня вот такую коляску хочу представить. Это XL Explorer 15. Здесь он несколько по-другому называется, но это коляска тендерная. В свое время она выдавалась людям с ограниченными возможностями бесплатно. Вот, но очень часто такое было в свое время, то что люди просто эту коляску не использовали. Ну и в данном случае эта коляска попала ко мне, я на ней поставил новые аккумуляторы, как обычно, и по опыту могу сказать то, что коляска отличается исключительной простотой и надежностью. Также очень удобная посадка людям, как и с высокой травмой, так и в принципе, ну, просто спинальники, которым нужна хорошая, практичная, надежная и не очень дорогая коляска. В данном случае это экземпляр именно такой. Вот, имеет складную конструкцию, быстро съемные аккумуляторы, простой надежный пульт. Якобы она голландского производства, но по надежности коляска такая же, как у Delta Electro. Ну и скорее всего она тоже сделана в Китае. Ну и ничего в этом страшного и нету, потому что в отличие от других китайцев эта коляска отличается, ну, во-первых, у нее европейский бренд, а во-вторых, она отличается простотой и надежностью. Есть всевозможные регулировки, как и подлокотник. В подлокотнике можно быстро снять. В общем, резина оригинальная, новая. Видно то, что по протектору он абсолютно не использованный. Пробег у этой коляски нулевой. Вот, ну и, конечно же, мои хорошие, качественные, надежные гелевые аккумуляторы. Вот, друзья, подписывайтесь. Вот коляска в наличии, она в городе Саки, так что по Крыму доставим бесплатно, либо отправим транспортной компании в любой регион Российской Федерации. От Ремика приехал. Все, друзья, всем пока.